Основное, решающее, чему все обязано, это наша коммунистическая партия. Но, товарищи, это не самое правильное. Самое решающее, самое определяющее наука нашего времени – это марксизм. Чем больше, чем лучше, тем глубже и культурнее мы подкованы этой самой наукой, которая называется марксизмом и ленинизмом, той науки, которую так с таким величием может воплощать жизнь наш учитель товарищ Сталин, этой науке мы обязаны всем, в основном и решающим.